Давай. Give me. А здесь только ждем. Вопросы. Вопросы на нас. Поставили за нас. Как вопрос сделать, я вот тоже не смог вспомнить, как нам давали. Как вопрос сделать? Не знаю. Я взял пастор главу на первое место. Получил вопрос. To translate from Sanskrit. Yes, let go to the city. Every happy person. Happiness. What about happiness? No, yes. Лока Вишвам. Вишвам. Что должно быть? Вишва. Это форма Вселенной. Вишвару. Вишвище. А это Авипаде Пасуда. Второй падеж. Первый падеж кто? Дайте мне вашу ручку. Так говорил. Please give me your pen. Oh, he думает, это ручка, это рука. А, я не знаю, как ручка будет. Мобильник. Поэтому. Я там написан. Можно же, пожалуйста, дайте мне вашу руку, чтобы поцеловать. Я там, да, если написан. Летит вот после седьмой или второй год. Это обед. Кому? Слугу. Царевец. Гочаты, гочаты, гочаты. Гочаси, гочаты, гочаты. Все царевец. Я наш мастер не бывает. Второй год. Это... Если говоришь, это которая субботи. Она... Девушки... Это что написали? Так, кто эти двое, идущие в город? Кто эти двое, идущие в город? Почему идущие? Идет просто. Кто двое в город идет? Идут. Ну, кто эти двое? Кто идет в город? Идущие почему? Идущие? Это... В настоящее время... Ну, можно сказать, кто эти двое, которые идут в город? Ну, а по-русски звучит, кто эти идущие двое? Вот. Разве нет? Это просто вопрос. Здесь вопрос, значит, наш спрашивает, просто кто вопрос. А? Это вопрос. Кто двое идут? Кто эти двое, которые идут в город? Когда нам нужно что-то в городе купить, кто идет в город? Понятно. Все рожденные люди не брахманы, ученые. Все рожденные люди не рожденные. Не каждый из людей является пандитом. Разные люди. Создана. Все люди. Все рожденные люди.
Рождённый почему? Рождённый слова нет здесь. А? Джанаха. Джанаха. Вы такой слова посмотрели. Да, я посмотрел слова. Это корни так говорит. А вообще это вам не слышишь. Люди? Да. Это просто там все люди не ученые. А почему не ученые? Все не ученые минус. Каждый из людей не пандит. Я вот так бы перевел. Это тоже непонятно. Все люди не ученые. Значит, кто-то ученый есть, не все. Несколько людей ученые, остальные не ученые. А, так это вот несколько все-таки ученых? А тут, получается, все не ученые. Нет, это первое лицо. Все не могут быть учеными. Английская фраза четко строится. Вот все не могут быть учеными, понятно. А здесь-то говорится, что все люди. Не все люди. Нет, Сагдия – это каждый. Каждый из людей не может быть. По-английски или санскрите так говорит. All people are not scholar means. Значит, каждый не scholar. Может быть, кто-то из твоего, может быть, нет, да? Нет, все они можете говорить с колами. Это по-английски тоже так, тоже так. То есть, не каждый врач, как бы. Ну, здесь... Да, вот он будет врачи, нас, тут. Да, в одежде, если поставить в одежду рукой, не каждый из людей... Да, врач. Какой? Из... А здесь получается, даже в одежде не тот стоит. Тонкости переводишь. Ты понимаешь, вот это вот Сарви, это первое лицо, по-моему, первое лицо. Да, на ветке ворона живет. Каждая на ветке. Да, на ветке ворона живет. А это? Значит, труд, приносящий потомство, всегда счастье. Труд, приносящий потомство, всегда счастье. Да, на ветке, на той ветке. Ну, да, на ветке, но я как-то там перевел. На той имеется в виду МТС. Это той седьмой подъезд, да? Сидит, то есть как в лесу. Это седьмой подъезд, это той. А ветка двух ворон обитель. Седьмой подъезд. Да. Это... На. Или в. То есть на той ветке живет ворон. А, так. А здесь? Друг... Ну, мне легче воспринять. Та, на ветке. Нет. Та ворона, я же дословно перевожу. Та на ветке ворона. Нет, нет. А на той ветке это совсем другой смысл. Тася не к вороне относится. Тасьян. На той? Это к ветке именно относится. Тасьян. Ну Тасьян, это ж. А, ну да. На той еще. Шаровая. Не так написано. Седьмой, конечно. Это труд. Труд. Приносящий потомство? Это потомство, а? Или что? Вы сказали, что рождающий дитё. А я? Приносящий потомство. Труд, который приносящий потомство. Труд – источник радости или счастья. Источник. Источник всего счастья. Источник всего радости. Или всей источник. Труд – источник всего счастья. А, так это о труде имеется в виду? Да, о труде. А я думал, что труд, который женщина производит, нет, всегда нет. Вы это делаете, а здесь тоже трудно. Это... Если бы вы вот как бы проанализировали на доске, подправили правильно, как вообще правильно? Да, да. Ну, это постоянно будет знать, сначала так. Ошибки есть очень много. Ничего туда. Труд, приносящий потомство, всегда счастье. Ну, я тоже не так. Это... А тут просто о труде, да? Труд, источник счастья, если по-русски говорить. Труд, источник счастья. Разве это? Каждый из людей не обязательно пандит. Обычно нет, а? Не обязательно, но обязательно нет. Там же, понимаешь, рождающее дитё, вот это, которое последнее. Прав, наш друг. Прав сути. Ну, переведу как мать или как?
это вишера, я просто словарю смотрю, понимаешь? Обитель, место обитания двух авторов. Двух, потому что каков одно? Серго, уже тебе сон не будет как-то. Ты если кто-то будет говорить, объяснять тебе по-русски, например, что нужно так и не так. Ты будешь спорить, потому что ты русский знаешь. Да, это седьмой падеж, на той ветке ворона обитает, живет. Или что? Нет глагола. Это не глагол существительного. Про сути, женский род, рождающий дитё. Да. Так. Ну, рождающий дитё, то есть источник в этом контексте. То есть для ребёнка... А, источник? Для ребёнка, а так не указано в словаре, да. Ну... Источник, родник. Кто создатель мира? Кто? А, тогда получается, да. Что только труд... Источник, источник. Да, да, да. Тогда у тебя и сила появляется на что-то. Ага. Источник, родник. Я не думал. Это вот в большом словаре, вот этот, Bonnier Williams, который синий, голубой. Значит, когда они писали, они уже метафорически писали, может быть, какие-то вещи. Слова всегда он не передает точно чего-то. Это объект. Это глагол, это объект. Поэтому источник. Уму пробежать. Это второй показ. А я не знаю, как вот вопрос сделать по, на санскрите, я не знаю, по-русски. Видели ли вы учителя? Have you seen your teacher? Вопрос начинает, это слово нужно дать. Ким или опи. Начинается. Тогда будет вопрос. Ким том? С кем там какая-то... То есть получается, дословно, труд всегда, счастье и источник. Это значит, что согласие – это... Это переключится. А здесь это переключится. Глагол тоже будет как это... Всего. Счастье – том. А, второй. Всего. Только почему с... Глагол тоже второй. Это третий. Это я не могу понять. А, да. Да, да, да. Вот. Слово. Ты будет плохо, и тут пока с ошибками. А еще она написала. Нет. Вопрос был, почему вот... Ну, надо, он много ошибок делал. Тут же хорошо. То, ну, что бы я объяснил, видим ошибка. Если вы делали, то там тоже, знаете. Почему? Получается, если мы переводим вот эту фразу, Сарвасия, Сукхасия. Почему Сукхасия of all happiness? Сукхам, Сарвасия Сукхам, это должно быть. Если это два значения нужно. Труд, источник, счастье всех. Тут и нужно. Всего или всех? Всего. А почему счастье, это же второй падеж будет? Сукхам. Или нет? Это шестой, получается. Это по сути говорит, да? Это говорит рука, моя рука. А, счастье всего, да. Труп, а здесь будет шестой момо, а стоп. Труп всего. Точно. Кто знает, по-русски так. Труп всего. Здесь будет у кого надлежат. Прошу ты, кого? Так, его просто. Сухаси, то есть она относится вот сюда. Да. А сорвущего. Потому что сухаси. Сорвущего, сухаси. В одном падеже. Если знаете, это прилагательно, тогда олегкинес. Если не прилагательно, тогда это не сухаси. Поэтому трудиться не выйдет. Еще. А я вот эти. Я Роман, а вы? Я там чай. Первый кеш.
Я студирую, я ответы не делаю. Ты? Да. Вопрос? Я не уверен, но тут вот пока есть такой вопрос. Не отвечу, у меня слова неправильные. Хим. Слова неправильные. Хим добавишь. Я не совсем понял. Хим там... Хим... Скажи так, я вообще не понял. Лучше хим там... Где ошибки? Что надо менять? Что-то я понял, чего-то я не понял. Ну я же пишу, да, я сделал то, что мне сделали замечание. Вот я нет, у меня... Нарылится. А, тага. Вага мага будет. Это опаща, опаща там опаща. 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 Да, вам посмотрите. Нарылится опаща. Лучше было бы на доске разобрать. Объяснить правильно. Да, наверное, так же. Сейчас текст, потом опьясу. Вас нужно это дать. А? Да, потому это, что... Без этого практика не придет. И вообще ошибки было бы неплохо разобрать, может быть, на доске, которые вот мы делали правильно. На ошибках учиться, показать правильный перевод? Или вот... Как правильно? Да. Ну, не понимаю, но опьяс, когда даю, тогда покажете, что... Каждый раз нет, вот сейчас проверили, каждому сказали, но не все, так сказать, усекли то, что какие ошибки. Есть только мальчик, ошибка там у нас есть. Да. Здесь обычно ошибка не делала. Да, обычно не, как нужно. Сейчас 61. С самого начала? Да. Читайте потом остальное. Панча Дашага Патхага. 15 урок. Асмакам Матри Пхумиги. Наша родина. Наша родина мать. Да, хорошо. Еще читать? Читайте. Ваям Харатияга. Мы харатийцы. Потом еще читайте. Харата Варшага. Асмакам Матрипумиги. Индия или край Бхараты. Наша родина мать. Потом читайте. Суджала Суфала, Шасья Шиямала, Ча Иям, Матри Бхумики. Бхумики. С хорошей водой, хорошими плодами, зелеными, зерновыми, наша Родина Мать. Аси Утарасьям Диши Нагандхи Раджаха Хималаяха. Есть в направлении... А, есть на севере в направлении.
король гор Гималая. О, да, царь, царь. Царь. Дакшинеча урмима лапхи. Суни ла сагарах. Сада тасья чарана ванданам короти. И на юге волн гирляндами синее-синее море всегда ее ногам поклонение делает. А там где Тася? А с ней Панджаб, Гуджарат, Химачала, Кал. Да как хинди читается, это не так. Осмин десе Панджаба, Гуджарата, Химачала, Уткала. Так, хинди Уткал, так говорят. Осмин деше Панчал, Панджаба. Гуджарату Химачалу Уткалу Ванга Ассам Ассаму Кашмира Дайрха Рихина Прадешха Сан. И вот. Объявить. Давай все. Она книга читать. Что значит? Асмин Деше, это в этой стране. Панджава, Пинджаб, Гуджарата. Гуджарат, Химачала, это район Хималаев, Химачалу, Уткалу, Ванга, Бенгалия, Ассама, Кашмир и другие разные страны, разные области. Да, про Прадешах, это области. Есть, Санты, есть. А там читается? Видхага, Анчали, Каха, Прашага, Вичитрага, Паричитага, Хадьяга. А чара, а чара нани, а чара, а чара нани, а пи, а тра, санки. Вибидаха, анчаликаха, бхашаха, вичитраха, пуричедаха, хаджаха, а чара, а чара нани, а пи. Отра санти. Бхаша знаете, Бхашаха, бхаша, это говорит. Нет, не знаете. Бхаша значит язык. А множество языка. Языки. Языки. То вибидаха разник. Анчалика, местник. А вибхиннаха, это тоже разные? А да. Здесь виви. Вида мы с разных вида. Вид, а ви. Вирхина. Вирхина, вивида, это синонимы. Да, почти синонимы. Вид, вид как по-русски. Тоже, здесь тоже. Вивид, вивид. Вивид. Винс, вивидаха, разных. Анчалика, анчала, слова, анчала means район. Анчалика means местный. So,
разные местные наречия. Или диалекты. Языка, а? Языки. Языки. Вивида анчалика машаха. Сонти глагол дали, это тоже каждый месте. Вичитраха поричедаха. Поричеда это адельта. Адельти. Мунаджаспака, адельти. Вичитраха means разник тоже. So, разные места кизи диастрие плачия. Диастрие. Вичитраха это пестрые. Значит, разных колор. Здесь как вас. Это вичитра. Вичитра means качина. А вичитра means разных качин. То здесь говорил пестрые плачия. Поричедаха. Хаддяха. Хаддя значит. Кушанья. Хадда манучаспа хаддьяха. Ачаро, ачарона нета санди вичет желаяси. Ачаро плюс ачаронани. Ачаро, ачарон. Это как нужно говорить так. Обещай и менари. Ачаро. Обичай. Ачарана манер. Обичай и манер не так же есть. Есть, есть. Отро, есть. Санти, есть. Ачара, ачаранина, я что-то... Манеры и обычаи, они чем отличаются? Ачаро значит, то, что обрият желает. Это называют ашару. А ашарана means манер. Поэтому говорят ашару, ашаранами. Это ашарана. А ашаранами говорили это как палам фале палани. Это сиризани род. Поэтому ашару, ашаранами. Обичай манери опи. Опи также. Атро санти, здесь есть. Потом читайте. Татхапи махан, татхапи махан канчит. Кашчит. А кашчит. Айкьяха. Ой. Айкьяха. Айкьяха. Атрасти. Ваям кхалу. Харатава Синаха. Тотапи, тотапи значит. Тотапи, однако. 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 Махан кашчита кьо атра асти. Means великое некое единство. Атро асти, атро асти. Атро асти здесь есть. А кашчита кьо? Некое единство. Кьо это единство, да? Эко... Один. Кьо. Единство. Махан. Великое, некое единство здесь есть. Атро асти. Какой? Атро. Какой единство? Я буду Бхагавадбашина. Мой Бхастине истину. That is единство. А почему? Атра асти, да атраха асти. Атра не. Атра. Атра. Это не изменение. Атра means this. Санди вичча желаете астра плюс асти. Это есть. Что единство? Воям
мы, Олю, Олю, это дает иногда. Здесь Олю говорите поистине, истине. Арата Васина, это здесь. Потом. Это где шасия? Она я. У это. А это у? Я. Это е шасия. Так что ли? Это е шасия. Унная нена. Асмака. Гарваха. Випарите. Ту. Вишадаха. Мхавати. Это дешеще. Место говорит, это дешеще. Это с этой стороны. Умная нено means подняти. Подняти. Третий подняти. Третий подняти. Умная нено. Умная нено means поднятием осмака нас, горба, гордости, гордость, наша гордость, осмаком горбаха. И горбахи мужской род, нас, это женский род, наша гордость. И пуритету, иначе же огорчение. Вишада вот, вишада, огорчение. Депрессион. О том читайся. Атаха асья акханьяда. 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 Это да. Да, 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 тара. Акханда-та. Акханда-та. Ракшана-я. Сада чештам. Кариш-ямаха ити хи асмакам сам калпах. Ата, поэтому. Ата. Ощи. Ее. Аканда-та ракшаная. Здесь слова канда means част. Канда-та, но канда-та, аканда-та means не делимост, аканда-та. Ракшаная. Аканда-та ракшаная. Ракшаная значит ракшана. Значит, я защити его не желимости. Сада, всегда. Чештан Коришамаха. Коришама значит, глагол уже это муй. Когда муй уже, тогда Коришамаха. Если я Коришами, это будущее время. Ахам Коришами, а Боям Коришамаха. Только Коришама значит боем. Мы всегда делаем то. Будем делать. Поэтому ее неделимости, я защиты, всегда старания, честа старания. Старание мы будем делать. И ты, вот, и Ашмакам Шанкалпа, Тосна Наше Намерение Шанкалпа. То читается там, вперёд, на заседании, сами там остались. А Ракшанаю, знаете, какой падеж? Акандата Ракшанаю.
Латая. Не можете. Да, третий, конечно. Нет. Кого? Шестой? А, четвертый. Четвертый. Ну, знаете, малая, малая, бам, малая. Инструмент. Для чего? Нет. Четвертый, подвеш. Четвертый? Для. Для кого? Для. А, господи, я не то сказал. Это? Кому? Кому? Ну, да, да. Ракшинаю. А еще какой подвеш, знаете, еще? Еще Акандата Ракшинаю. А шестой? Тоже? Шестой, уже получили, какое слово? Ага. Это тоже четвертый должен нет, быть. Это. Нет, почему все? Это слова, это. Это все. А, еще мы. Нет, тот. И дом. Ракшанага тогда, мужского рода, да? Ракшанага. Ну, прям мужской род. Это осьмин артобошесе. Когда говорите матрибуми, тогда женский род. А когда говорите артобошо, тогда мужской род. Артобошесе. Осьмин артобошесе. Апандата ракшанага. Тогда чештан парисяма. Чештан какой падеш, говорите? Второй падес. Объект. Чештан Курща. Это как лота. Чешта Минский. Там. А как слово вот идет? Это Дьешасья. Это знаете. Санди, если отличите, этот плюс дешасья. Этот это дешвикатасья. Когда шамаша это называют вместе, это шамаша. Санди плюс шамаша. Шамаша всегда первые слова. Будет первые кадасья. Не первые. Корни слова будет. Слова этот остаться. Это 2D получается. Это не Дьешасе, а Дешасе. Это Шамасе, здесь подвесный друг. Добавлюсь. Это последний подвес. Дешасе, сейчас три подвес. Этот не подвес. Это корни. Сейчас... Упражнения. Посмотрите, 4 и 5 вопрос. Заполните пропуски подходящими словами. Остыл в Торосям, потом на каждый раз из Малави. Какой слова там того бить? Вещи. Это, ну, тексты есть, учебники есть. Но там и Махан Кашчит, вот кто-то, это, потом посмотрите тексты. Ваям Калу Бхарат Ваши, но अतः अस्य अखंडता रक्षणाय सदा चेष्टां करिष्यामि तथा पतम टेक्स्ट पास मत से ये श्लोक स्टिक डील न न दास आज याति तथा मैं बस इच्छा गवर अभिस्नेय से ग्रामातिको श्लोक करोति
глагол «кри» делать, а «кри» – настоящее время. Третье лицо, единственное число. А, да, да, так нужно говорить. А «санти» говорите? «Санти» – это множественное число, третье лицо. Глагол говорите? Глагол. А, «санти». Начало корни глагол нужно говорить. Пусть напишите «ас», «ас» дальше. «Ас» или «ас»? «Ас». «А» большое, длинное, «ас». Короткое. «Ас», когда «лад ти», тогда «ас ти». Армоначество «санти». «Ас» дату, эти лица, настоящие премия моначества. А «бабати»? Как будет? Бру. Бу. Лапш. Настоящий пример. Настоящий время, третье лицо. Третье лицо. Единство. Так нужно говорить. Ости. Говорите тогда. Ости. Ас. Ас. Единственное число. Настоящий пример. Настоящий пример. Настоящий пример. Это число, а лицо? Третье лицо. А. Ковишама. Говорите. Это тут же глагол кри, будущее время. Ковишама. Ага. Множественное число, первое лицо. Да, хорошо. Ви. Да. Да, 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 да. Да. Вот. Следующий будет Ганга Стотром. Тогда Консания, потом Мунки Никим нужно. Сначала Ганга Стотром, когда Стотром, дискет, да? Дискет нет. Для второй книжки. А телефон его у вас есть? Нет тоже, да. Они меня получили. Я звонил сюда, но его не было, он болел. И мне... А потом получили. Да. Ну, я говорю тогда. Да, да. Знаете, если можешь это делать, пусть все будет. Завтра вечером придет. В это же время, вот как мы приходим, да? Да, у вас какой класс. Он... Немножко опоздаем, каждый день. Угу. В середине класса, когда будет, позвоните, тогда я не забываю. Это Сергей, да? Сергей, да. Сергей. Есть у него. А он же делал первый. Да. Папа. Ну, есть тогда его e-mail. А? Есть? Да, там на дискете был его e-mail, электронный адрес. Я могу ему написать? Да, ну... Спасибо. Хорошо. У нас уже книги начинают. Пожалуйста, дайте. Хорошо. Нам нужно 6 штучек сделать. Сейчас, вот я с ней отдаю. Только. Руби. Руби глагол не даю. Сколько? Упражнение. Домашняя работа. Желайте, пожалуйста, пожалуйте. Не ошибка это не вопрос, ошибка помогает, чтобы понять, а? Ошибки желаете, пожалуйста. Я напишу по-английски. И...
по-английски я напишу, потом... Если не можете, я повторюсь. Хим. Conquers. The king conquers the enemy. By the army. Говорите так по-русски. Король победил и разбил врага своей армии. Не просто армии. Значит, царь или король, а? Конкурс. Завоевал. Зидату, а? Зидату уже получили. Зидату, глагол зи. У вас есть или нет? Нет. Зидату, джаяту. Напишите глагол зи. Зи, джаяту. Джаяту, джаяту, джаянти. А. Это а. Enemy, знаете, у вас есть enemy, а? Enemy, что написано? Враг. А? Враг у вас есть. Когда я дал муни, я дал саду. Муни и саду? Там внизу несколько слов дал. Я здесь даю это слово. Или, когда муни полетит, там что полетит, ори. Ори, или шатру. У вас есть? Один, а три. Нет. Вот муни, огни, а три, а три. Гири, кави, а ти, прави, вахми. Сади, ари. А, вот здесь enemy, да. А, шатру, шатру палыч. Да. Шатру палыч есть, а? А, армию знаете? Еще давали ришу, не, рипу. Рипу тоже, а? А, армию знаете? Я даю. Это женский род. Кто написал? Сына. Сена. Сена. Сена как лота. Как лота. То вас внимательно повторите, какой глагол, будет, это нужно понимать. То by the army какой глагол будет? Глагол? Падеж какой? Падеж, падеж. Да, падеж. Кем-чем? Третий? Кем-третий. Это какой падеж будет? Второй. Ну, а глагол тоже получили? То мне очень трудно. Это желание. Как перевести еще раз? Король? Король завоевал врага своей армии. Ну, не в настоящем времени. Завоевал. А, завоевывает. В настоящем времени. Он как? Завоевывает. В настоящем времени дайте. The hunter lives in the forest. Panushi realizes. Hunter nice. Охотник живет в лесу. А, да. Тут. Правильно поняли. То. Ваня, последнее слово. В лесу, форест. То глагол падеж, ясно, а? Это глагол знаете? Лишь? Ваша. Ваша дата. Ваш. На настоящее время. Ваша. Лес. А лес много деревьев? Ваня.
Ваня. А, Ваня. Тебе ж поесть сказал, ты же больше. Ну, это немножко, а? Как чукаете дома, а? Внимательно у вас все. Охотник, убить. Охотник, знаете? Убить? Давай, давай. Это я даю. Я не понял. Ахан такой. Не даю. Убить. Вядха. Вядха? Вядха. Как нуро, бядро, бядро на тысячу. Охотник, да, но, по-моему, я что-то не помню совсем. На тысячу бядро, Бывает. Санфу. Санфу. Тут и бега. Тут и бега. Бега. Товарищи. Бегал. Бегал. Это что? Такой мальчик даст немного пищи. Бегал. Что такое? Бегал. Кто такой бегал? Отшельник, по-моему. Нет, нищий. То, что пасек. Нищий, да. Что это, а? Ну, потом по-русски напишите. Как? Мальчик? Даст. Да, в какой времени это? Будущее время. Будущее. Будет даст. Даст. О, даст. Даст. Вот так. Хорошо, даст. А? Даст немного пищи нищему. Это единственное. Единственное число. Нищему. Да. Кому? Только нужно говорить фуд, знаете. Аннам. Аннам, хорошо, аннам или хадем. Аннам. Это второй падеж. Нет, середины довод. А бегар, два слова есть. Я даю один слово. Бикшука. Мексику. Это бега. Да. Еще два, а? А, нищий, это мужской род, да? Да. Отдавать? Абхадьям Хадьям. Он нам тоже середине. Хадьям тоже. Сам фут. Давай, да? Да, да. Да, да. Мы уже написали будущий пример. А сам. Сам. Мы уже получили. Кимчит, ким, когда щит добавите, тогда будет такой. Кимчит. Ньо, а? Это ньо. Кимчит. Кимчит, когда старый падес. А если шестой падет, тогда нужно говорить кощачит. Если третий падет, тогда кеночит. Лайдис. А сейчас кинчит. А? Это второй. Второй. Хорошо. Двое. Моча. А?
хорошо. Terrible. I saw a terrible. Что? Lion. I saw a terrible lion. Ужасного льва. Говорите, а? Я увидел ужасного льва. Я видел. Видел. Я уже увидел. Ну, правильно, да. Правильно. Я видел ужасного льва. Это ужасно, знаете? А это, знаете? Страшно. Лайон, симпа. Это нужно знать. Это любовь. Хишана. Хишана. Абхишман был. Да, он из-за ужасной клятвы такое имя получил. Абхишман был. Абхишман. Я шар отмен. Отсюда. Еще один. Пожалуйста, поедем сейчас в Варанаси. Варанаси. Пожалуйста, пойдем. Пойдем. Пойдемки. Go. Нет. Пим. Пойдем как будет. Пойди. Пойти, вот правильно. Пожалуйста. То есть это повелительное название. Да. Повелитель. Пожалуйста, иди теперь в Варанаси. Да. Пожалуйста, иди в Варанаси. Тут здесь не нужно дать. А вы... Дайте, не проблема. Крипая. Крипая вы уже давно. Дайте крипая, хорошо. Если не дайте, не проблема. Только это повелительно. Это нужно. А нам, значит, Адуна. А баронши я напишу. Так, баронши. Еще коррекцию можно дать? Конечно, это очень такие полезные упражнения. Можно делать. Тогда это вы создали. А коррекцию тут просто ошибка. Можно заметить. Найти и исправить ошибки. Написано.
Это глагол значит джаш, да, яч, а? Не получили, а? Идти? Нет. Желать? Желать, желать. Яш, яш, я не дал, а? Здесь глагол узет фон ячо ты мне просит, а? Форм ячо ты атмунепот. Я форм покажи, у вас здесь ошибка нужна для вас. А дино значит дино. Бедный. Бедный человек. Дина. Випам артам ясанти. Артам, да? Артхам. Деньги. Всегда динам. Богатство. Да, это все исправдилось. Садашет тем башет. Башет значит? Где? Глагол получили ваш. Да, должен делать. Да, должен, это понимает. Глагол получили ваш. А, ваш? А, говорит. Есть у вас. Тогда ошибка понимаете. А если не посмотрите, тогда не понимаете. Где сев дал, там внизу посмотрите, сев. Все посмотрите, ваш есть или нет. Ваш – это говорить, по-моему. Говорить есть такой глагол, ваш. Это правильная ли ошибка? Ашет. Ой, я смотрел и учил, учил так. Правильная ли ошибка? Всегда. А у нас повелительного выполнения. Всегда правду говори. Должен вставать. Сатьян это... А, это ты, а я смотрю Саньян, думаю, что Саньян значит. Сатьян. Ты или... Ты. Любой человек тоже будет. Если ты лицо дайте, тогда любой человек. Не ошибка. Ошибка где? Нужно посмотреть. Хашатэ. А. Хашатэ. Это не будет просмыть, это форм просмыть. Вас дать атмане под форм. Хаша там. Нет. Это видели? Значит, должен. Да. А, должен. Всем дату должен, что будет так дать. Это просмыть не будет. Хаши. А это будет как атмане пада, да? Это ошибка. Почему дал поросмыку? Хашет, ага. Ну, нужно так посмотреть и исправдивать. Еще один дальше. Нет. Это вот Олег, по-моему, понял, единственный, кто у нас. Почему не Олег? Нужно обратить внимание, расмайпада, атманапада, нужно именно сделать, чтобы было атманапада. Да. Но второе лицо. Какое? Долженствование. Второе не нужно. А на первое? Третье лицо дайте. А третье лицо? Значит, каждый человек нужно говорить. А? Если дайте, третье лицо, значит, каждый человек. Не проблема. Посмотрите,
ошибка есть. Вот. Две поле, вот эти. Ошибка есть? Посмотрите. Упало два плода с дерева. Упало. Патати не то. Упадает, да? Да. Упадает или упало? Не упало. Настоящий бы имеешь лист, настоящий дети. Не проблема. Угу. Упадает, а? Патавага. Ошибка не посмотрите. Ну здесь же два плода, поэтому двойственное число нужно, а не единственное. Тоже две патаваха, да? Да, да, так вот нужно. Еще один ваш. Ошибка есть или нет? Путро, питоре, совет. Сын должен служить отца. Где ошибка? Вас очень трудно. Севет. Севет, да? Патманепада. А Патманепада в третьем лице в единственном числе будет Севет. Или Севета. Должен. Должен это остаться. Тот фон должен. Видели? Да. Только это атманепад. Почему просто вот так? Это ошибка. Понимаете? Форм есть бидилинг, атманепад другой форм. Совет. Атманепад. Где? Или совета. Или ну как? Или нет? Не, я справлю. Нет, а нам разве давали две формы? Атманепад и вторую форму. Давали? Парашманепад, давали Атмани. Первую. Давали первую. Давали вот, вот эту форму. А... Ну, глагол сеф это атманепад. В атманепад третье лицо единственное число. Какой? Се, В. Лот, лот, лонг, бедели. Какой уже? Здесь есть какой форм? Бедели. Бедели. А? Бедели так нужно для вас. Да. Это не правильно сделали. А это тоже не правильно. Глубокий три у вас есть, посмотрите. Какой подряд нужно будет? Какой ему нужно? Четвертый. Кому четвертый? Четвертый нужно. Должен. Какой нужно? Утро, ага. Утро правильно. Кому чему учите? Это по-русски. По-русски. Это второй объект. А, второй? Да, объект, тогда второй. Вторая. Не всегда русский совпадает с санскритом. Это дума, посмотрите, и думаешь, и взялась. Это если голова не придет, тогда не можешь взялась. А вот это правильно написано в грамматике? Атманепады не давали что-то. Севета или севет? Ну, глаголы в двух формах. Атманепад и парасманепад. Нам давали парасманепада сначала, потом атманепада. Но севет было у нас
И в той, и в другой форме? Бывает в той. Иногда бывает, когда двойная. Это редко, да. Это упая. Упая. Упхана пада. Упая. Упая пада. Здесь это сядные выходы. Поэтому то правильно так делать. То есть? Делай, но ошибайся. Ошибайся. Я говорю, здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка. И всегда будешь учить. Здесь ошибка. Давайте. Как можно все сделать? Если ошибка будет, тогда опять объясняю. Я разницу между этими двумя формами понять не могу. От маленького... Гласная форма. А? Гласная форма. Нет. Это не вопрос понятный. Здесь написал «Сяб Атмане Бот», форм другой. Внизу дали «Брит Дату», а что мне столько дал. Если такой глагол придет, всегда Атмане. Почему идете, но едите? Происходит же разница в корне. Вот здесь то же самое. Одни по одному способу спрягаются глагол, другие по другому. Это на морфологию просто записано уже. Если вы знаете, лот или лот. Только посмотрите, хороший год в другой форме есть, а атмане год в другой форме. То здесь глагол посмотрите, это атмане год. То его какой форму нужно, так делается. Здесь хороший год есть, но еще другой ошибка, другой сорт. Здесь тоже атмане год, здесь дали хороший год форму. У кого есть атмане год? Нужно отмотать дальше. То вы все даты как-то получили. Как-то узнали от моей подформы. Нам дали две матрицы для спряжения глаголов. Первая по расмайпад, вторая от манипад. То есть одна вот по гача, да. А вторая это сева. Ну, да, да. Это две матрицы. Вот по ним, по их подобию. Спрягается все. Первая атма, а вторая по распрямлению. Да. Или наоборот. Ну или наоборот. Гатча по смыпад. Да. Гатча это по смыпад. По распрямлению. А все атмане. А, вот так, да. Когда корень в словаре указывается, там пишется А или П. Ага. Если А это атмане пад. И по этому принципу спрягается весь глагол, все формы. А не два формы найдешь, нужно знать. А есть еще два, которые так и так может. Два точно нужно знать. Атмане под форм и пошман. А тогда я, простите, не понимаю, вот свет, у нас же есть такая форма служить. Это ошибка. Здесь ошибка. Ошибка в том, что совет. Чтобы ты разобрался, должен разобрать эту ошибку. Разобраться атмана под. И когда ты это изучишь, ты, наверное, что-то поймешь. Понятно. Да. Как я понимаю, атман это по отношению к внутренним аспектам, атман внутри, а когда пара это внешний, если философский аспект. Да не надо мне философии, мне вот Олег объяснил. А, понял. Два типа спряжения. На самом деле их больше. Я вам позвоню тебя. Да, хорошо. Иди путем адвайса, значит, не будь двойственным. Просто если бы вы учили русский как иностранный язык, многие бы вещи они бы стали сами по себе. Но поскольку русский заложен от рождения, то грамматику, собственно говоря, и говорить.